Ну а после покатушек, чтобы тачки не текли в багажнике, просто берем, открываем чудо-сумку, закидываем сюда Шварца и Сэма в боковой кармашек. Там, кстати, у меня много всего всякого хлама. Аппаратуру закидываем вот сюда. А самую бешеную Тойоту. Сейчас неудобно одной рукой. Вот так вот сделаем. Самую бешеную Тойоту закидываем вот сюда в сумку с двойным дном. То есть там отделяется отдельно, можно помыть все отдельно. И закрываем. Вот. Но так как у меня эта сумка всего одна, то УАЗик у меня пакуется вообще в сумку для багги. То есть это реально так. Он теперь может таять сколько угодно, потому что все, что будет в сумке, все там и останется. Всякие лужи, грязь и все. При этом багажник не засоряется. То есть реально и по размеру подходит 1 к 10, а эта сумка для багги 1 к 8. Ссылки на чудо-сумки, друзья мои, найдете в описании под видео. Купончик RC Buyer дает скидку 7% на весь ассортимент сайта polymotors.ru. Пока!